Револьвер «Магматический молот» — новый револьвер, который можно получить на этой неделе в испытаниях Осириса. Так что ценой горячих пятых точек и потраченных нервов я рассказываю вам о самом лучшем 120-м револьвере в Destiny 2 прямо сейчас. Да, на этих выходных револьвер можно получить только за 7 чистых побед, то есть без поражений, что для большинства игроков непосильная задача. Но револьвер рано или поздно появится в списке наград и на третьей или на пятой победе. Так что мой совет, следите за наградами в испытаниях, и когда будет шанс получить револьвер малой кровью лишь за 3 победы, как это было на прошлой неделе с посланцем, отправляйтесь и выбивайте магматический молот. Ну а пока, вот он, собственной персоной. И прежде чем мы поговорим о нем, небольшое сообщение от спонсора этого видоса. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые экзоты, квесты и поручения. Новинок много, а цены снизились. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду TripleVibe действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Опять нахваливать буду оружие. Ну а что поделать, легендарка и правда достойная. 120-й тип револьверов сейчас плотно в мете для ПВП, а вот во второй слот их только два – магматический молот и последний доллар, который может вам упасть в гамбите. А может и не упасть. Шанс выпадения очень низкий, да и как я говорил в видео про все легендарные пушки из плейлистов, в пуле перков револьвера слишком много этих самых перков, так что даже если он вам выпадет, надо молиться всем богам удачи, чтобы это был нормальный ролл. Но вернемся к магме. У револьвера просто экстремально высокий параметр эффективного расстояния. Дальность стрельбы револьвера может быть выкручена практически в максимум. Нужна лишь удача с выпадением абсолюта на дальность и ствола полный калибр. Ну а если вы еще и закинете адепт мод на дальность, тогда и вовсе выжмите этот параметр на все 100 возможных единиц. Но если вы играете на геймпаде, как я, то лучше все же не на расстоянии абсолют, а на стабильность. Поскольку поиграв с револьвером несколько матчей, могу с уверенностью сказать, что насколько дальность и урон сильные стороны магматического молота, настолько слабая его стабильность. Револьвер закидывает довольно сильно вверх, а при продолжительной стрельбе паттерн немного уводит в сторону в сравнении с тем же последним долларом. Мне стрелять было чуточку сложнее с этого револьвера, исключительно из-за отдачи. Но у игроков на мыши таких проблем не должно возникнуть. Ну или как минимум, к этому будет проще привыкнуть. Что касается перков, последние две колонки, то тут набор очень радует. Достать катастрофически плохой набор практически невозможно, в отличие всего от того же доллара. В предпоследней колонке есть быстрое извлечение, которое предпочтут довольно много игроков для агрессивной игры, особенно если в паре с револьвером брать дробовик. Есть тут и убийственный вихрь, один из самых популярных PvP перков в этом сезоне. Он бафнет сразу несколько ключевых для этого оружия параметров, включая дальность и удобство. Изгой, он, честно говоря, мой фаворит, поскольку дефолтная перезарядка револьвера довольно медленная, улучшить ее не помешает. Правда, в качестве альтернативы хорошо может подойти и перк «Быстрый удар», который для срабатывания даже не потребует именно убийства противника. Но вот о жизнеобеспечении я бы не советовал. Во-первых, это больше ПВЕ перк, а во-вторых, он критически урезает запас патронов, так что либо очень на любителя, либо не нужен. В последней колонке может попасться проворство. Вот тогда можете грустить, это единственный полностью бесполезный перк для вас на этом револьвере. А вот если выпадет полоса удач, то сразу скриньте и хвастайтесь.
это лучший перк из возможных в крайнем столбце. Баф к урону, убийство за 2 выстрела. Что еще можно пожелать? Перк один за всех тоже бафает урон, но его срабатывание требует слишком сложных условий, так что лично я не фанат его, ну вот, совсем. Перк больше применим в ПВЕ. Быстрый прицел не самый плохой вариант, но и не лучший, конечно. Ровно как и быстрое извлечение, заточен на игроков, кто играет агрессивно и кому важна скорость прицеливания. Ну и последний перк – движущаяся цель. Хорош для тех же геймпадов и имеет приятный бонус к скорости передвижения, хоть и незначительный. Так или иначе, гадрол выглядит вот так. Полный калибр, рикошетные патроны, изгой и полоса удач, плюс сюда же абсолютное расстояние или стабильность. Вот за такой ролл сейчас люди до отвала башки сидят и рвут испытания Сириса. Для тех, кому не по силам сделать 7-0 в этом адском режиме, альтернатива – гамбит с его последним долларом. Но там все же будет упираться все во время и в плохой набор перков. Так что если хочешь хорошую 120-ку во второй слот, то есть 2 стула. Сам выбирай. Ну и да, помни, что на этой неделе это адепт револьвер. А вот когда его можно будет выбить за 3, 5 или 7 побед с поражениями, грубо говоря, тогда его можно будет паролить с теми же перками при сдаче токенов испытаний. Набор перков адепта от обычного револьвера, как и его статы, вообще ничем не отличаются. Кроме того, что адепт мод в обычный ревик ты не поставишь, но это мелочь, поверь мне. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Удачи тебе там с испытаниями Осириса-то. Режим до сих пор никого не щадит. До связи.